Чтобы затронуть такую серьезную и многогранную тему, необходимо иметь за плечами богатый жизненный опыт, уметь находить важное и интересное в обыденном, смотреть на вещи сквозь призму времени, обнаруживать красоту и несовершенство человеческой природы. Философия жизни для каждого из художников Татьяны Каландырец и Александра Лазерка – это путь, который им довелось пройти, какие выводы сделать и к чему прийти в своих размышлениях. Одинаково глубоко каждый из авторов отразил свое мировосприятие с индивидуальной подачей. Александр Лазерка – скульптор-авангардист из Выстыч, порядка 40 лет мастерит по дереву. Богатую коллекцию автора мы уже показывали зрителям нашего канала. Уникальность работ, представленных на экспозиции «Философия жизни», в том, что она полностью раскрывает характер и внутренние переживания скульптора. В поисках интеллекта, вера, надежда, любовь, книга жизни, мой след. Названия произведений говорят сами за себя. Возраст берет уже и то, что даешь оценку того, что вот как-то тем событиям, которые уже, ну, просто проносишь через себя это все, через свои чувства. А если ты не будешь переносить, это как-то и работа не удастся. «Диалог с самим собой» – так называет Александр Лазерка свое творчество. Произведения рождались по-разному. Какие-то воплощались в жизнь из зарисовок карандашом, какие-то спонтанно, в процессе работы непосредственно с материалом. Одни, как вспышка, превращались в полноценные шедевры, другие кропотливым трудом доводились до совершенства. Когда накапливается такая масса внутри, такая критическая, просто надо куда-то выплескивать. А сейчас творческий художник, он выплескивает ее в материале, в бумаге, в дереве. Вот и все. И сразу, ну, как-то легче становится. Вот такой происходит диалог позже. Философия жизни Татьяны Каландырец, художницы из города Борисов, раскрывается полностью. На выставке представлены ее работы за довольно длительный период творчества. Женщина любит писать произведения с натуры. Так, на ее взгляд, можно наиболее точно передать настроение и насыщенность красок. Портреты и натюрморты, пейзажи, жанровая живопись, представленная работами «Старость» и «Послушница». Все произведения реалистичны и глубокомысленны. Я все люблю писать. И эту старушку, и цветы полевые, и юную Мадонну. Рисовала с детства, как сколько я помню себя, я бы это с уголечком, да, с карандашом. Ну, а серьезно работаю, серьезно выставляюсь, так вот уже персонально. Ну, то есть в областных, республиканских там выставках, в общих выставках я принимала и раньше участие. А уже с 96-го года пошли персональные выставки, уже пошли серьезные, скажем так, работы. Знакомство Татьяны Каландырец и Александра Лазерка произошло много лет назад. Оба они учились в одной из студий. Встретившись спустя годы, они приняли решение пойти на эксперимент и создать общую экспозицию, объединенную одной темой. Задумка воплотилась в жизнь, надо сказать, с большим успехом.